А вы знаете, что можно сэкономить 7% на любом заказе с AliExpress? Просто зарегистрируйся, установи плагин и совершай покупки. 7% от суммы заказа будут возвращены на твой кэшбэк-счет, а после завершения сделки деньги можно вывести любым удобным способом. Я очень много заказываю с AliExpress и сэкономил уже кучу денег. Кому интересно, все ссылки я оставлю в описании. Всем большой привет, ребята! Вы на канале Алекс Бойко, и сегодня я хочу показать вам одну необычную штуковину, которая пришла ко мне с сайта AliExpress. Если бы я не знал, что это, то я бы никогда не догадался. А вы можете догадаться, что это? Вот попробуйте, ребята, подумайте хорошенько, на что это похоже. Мне, например, это напомнило какой-то маятник. Смотрите, если так вот нажать, оно вот прыгает и практически может минут 5 прыгать без остановки, если его не останавливать. Похоже на какую-то штуку для взбивания яиц. Хочется взять маркер и нарисовать здесь вот такие вот глазки и ротик. И получится вот такой вот человечек, который вот так вот скачет. Но что же это на самом деле, ребята? Прямо сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментариях вашу версию, только чур не перематывать вперед. Ну что, написали? А теперь давайте я сделаю небольшую подсказочку. Подсказка будет выглядеть вот так. Ну что, догадались, ребята? Да, это орехоколка. Представляете, приспособление для того, чтобы колоть орехи. В комплекте идет вот такая вот подставочка. Здесь внутри, посмотрите, есть металлический такой вот цилиндр, который именно и колет орехи. Это очень необычная орехоколка. И работает она вот таким образом. Здесь вы устанавливаете орех, накрываете, прижимаете вот так вот пальцами, натягиваете и отпускаете. Сейчас будет очень громко. Открываете, и здесь у вас, ребята, расколотый орех. Ой, не совсем удачно раскололся. Ну, эта половинка, смотрите, вообще в дребезги. Если не раскололась, можно положить вот таким образом. Еще раз. И повторить процедуру. Опа! Смотрите, все раскололось. В обычном орехоколе нужно прикладывать усилия. Здесь же никакого усилия не нужно. Просто натягиваете и отпускаете. Это просто офигенная вещь. Можно колоть как грецкие орехи, так и вот такие маленькие лесные. Посмотрите, как это происходит. Тоже очень легко. О, это я даже сильно ударил. Смотрите, раскололся сам орех. Если ударить немножечко послабее, то он останется целым. Оп. Ядрышко целое и невредимое. Опа. И вот оно, ядрышко. И еще раз. Не, блин, просто прикалывает, как это работает. Я бы сидел и колол с утра до вечера. Смотрите, целенький, красивенький орешек. Нет, ну реально прикольная, необычная вещь. Отличная, кстати, идея для оригинального подарка, например. Стоит такая штука на сайте AliExpress около $6. И ссылку я оставлю в описании. А если покупать с кэшбэком, то будет стоить на 7% дешевле, как и любой другой товар на AliExpress. Поэтому, если вы еще не подключились к кэшбэку, то ссылку на самый надежный кэшбэк-сервис я тоже оставлю в описании. А кто хочет выиграть эту штуку, условия конкурса тоже в описании. А если вы не подписаны на мой канал, то жмите на круглый значок у вас на экране, и вы не пропустите новые видео на моем канале. Всем удачи, пока-пока.